Тюменская область стала победительницей в номинации «Регион России. Лучший субъект Российской Федерации». Это стало известно на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии. Мы сейчас вместе с вами увидим прийти... там выступать. Если я бы был на месте экспертов и голосования, ну, серьезно, не знал бы, кому отдать предпочтение. Но, тем не менее, в спорте всегда один победитель. И таким на сегодняшний день является Тюменская область. Тюменская область. Поздравляем. Спасибо. От имени всех жителей нашей области я искренне и от всей души благодарю организаторов национальной премии. Отмечу, наш регион успешно реализует проект «Спорт во дворе». Он объединяет 490 тысяч человек. В этом году в области открылись несколько крупных спортивных объектов. Среди них крытый каток в Тобольске и Центр спортивной гимнастики в Тюмени. Также в нашем регионе проведено 3 международных, 14 всероссийских и 62 региональных соревнования.